Доброго времени суток. Как всегда, вас благодарю за то, что вы со мной на канале. Сейчас уже середина сентября. Похолодало. И, как видите, никого почти нет. Не купаются, не загорают. Прохожий у берега. Как у вас там дела, настроение? Подведем итоги, что здесь произошло у нас за последнее время. Многие только присоединились к каналу. И кто-то, может, даже первый раз случайно зашел. Вот здесь я снимаю о Дальнем Востоке, в частности, Владивосток, свои репортажи, видео. Показываю, как мы здесь живем, что у нас происходит, какие события. И с самого последнего прошел уже Восточный экономический форум. Здесь во Владивостоке находился на этом форуме руководитель нашего государства. Подняли, как всегда, самые глобальные вопросы, и в том числе по Дальнему Востоку. Еще раз повторяю, в предыдущих видео говорила, кому интересно, может быть, еще раз услышите. Здесь собираются построить Диснейленд. Надеюсь, что так это и произойдет до 2029 года. И это очень хорошая идея, так как это будут новые рабочие места, занятость. Туристы, если приезжают куда обычно, в других городах, странах идут, конечно же, хочется где развлекаться. То есть, и это будет основное место притяжения. Здесь у нас есть уже что посмотреть, благодаря саммиту 2012 года построили мосты, три моста. Это Золотой мост, Русский, на остров Русский мост, который связывает материк с цивилизацией. Теперь это так можно назвать, так как все уже в связи с этим мостом нормализовалось, и можно по мосту доехать. Раньше это было только на пароме. Видите, когда зима, она здесь лютая, морозы, снег, холодно. И на этом пароме надо было еще уехать на остров. А так как многие оттуда работали во Владивостоке, то это для них было жизненно необходимо. Вот и этот мост у нас построили. Много раз планировали, откладывали. Даже еще при Хрущеве. Так, и есть здесь мост Дефрис. Это низководный мост. Тоже я его снимала. Кому интересно, листайте видео. Все есть на канале. Здесь. Так, а мы с вами двигаемся в сторону, там, где уже были. Наверное, узнаете ее. И
Я думаю, что здесь будет скоро все благоустроено. Так, может вот так вот пройти. Здесь я все в обход. Здесь можно тоже вам показать, что находится. Так, выйду я. Так, там такая дорога объездная. Вот я. Хотят, кстати, сделать четырехполосную дорогу. Видите, электричка. Из Москвы во Владивосток, чтобы было в объезд городов. Вот ее уже строят. И это будет протяженность 12 тысяч километров. Вот видите, как можно выйти вот сюда, тропиночка. А можно и здесь. Так, вот здесь вот тоже. Видимо, ее эту дорогу доделают. Ну, сейчас я смотрю, все приостановилось. Дождь прошел, лужи еще остались. Так, идем смотреть. Нам с вами все интересно. Это вот вид на Амурский залив. Видимо, уже в следующем году будут доделывать все, что успели, здесь построили. Это берег здоровья называется это место. Случайно, знаете, увидела канал. Вот. В рекомендованных он у меня выскочил. Вот и там город Ейск. Вот я там никогда не была. Думаю, интересно, там блогер показывает, что там, как там у них. И вот мне даже показалось, ну, настолько неблагоустроено. Потому что это просто только в том месте, где она снимала. Вот что как будто это не город, а какая-то деревня. Это я просто в сравнении. Не надо же. Ух ты, вот это он там поехал. Не надо же. А вот у нас здесь все строят, благоустраивают. Я там показываю буквально каждый день, куда ни пойду, что-то достроится. Кто-то смотрит из тех краев, напишите. Может, я ошибаюсь насчет этого города. Первое впечатление, видите, тоже бывает обманчиво. Но то, что она показывала, как будто идет по деревне. А такое, в общем-то, место хорошее по климатическим условиям. Вот у нас вот так вот. Видите, лежаки. Вот солнышко опять выглянуло. Обещали по прогнозам погоды дождь. Я приготовилась, даже зонтик с собой взяла. Некогда тщательно изучать, что там по погоде. Ну, вот небо было затянуто, сейчас вот так вот. Все. Так же, как и было, осталось. Те же лежаки, те же спортивные сооружения. Ничего нового не появилось. Я думала, вам может что-то покажу. Нет, все то же самое. Это берег здоровья. Манюнька бежит. Так что, кто местный, приходите, занимайтесь спортом, ловите последние дни уходящего бабьего лета. И всего вам хорошего, всех благ.